Друзья, коллеги, привет, и снова я, и снова здравствуйте. Живем в новой реальности, адаптируемся, пересматриваем процессы, пересматриваем штатные расписания, продукты, взаимоотношения с клиентами. В общем, работа кипит практически во всех дилерских центрах, ну, может быть, за исключением немногих, которые пока сидят и ждут, что же будет дальше. Для тех, кто, собственно говоря, готов работать сегодня и сейчас и меняться, мы решили 22 марта провести все-таки конференцию, которую не провели 1 марта, по сервису. Ну, очевидно, почему сервис? Потому что сервис автомобилей с пробегом — это будет точно существенная часть бизнеса официальных дилеров в ближайшее время. Поэтому во вторник, 22 марта, в 12:00 ждем вас на нашем YouTube-канале. При этом в этот раз регистрация является добровольной. Если вы хотите получить ссылку, в том случае, если YouTube положит или наш канал положит по какой-то причине, вот, или еще что-то техническое случится, и мы перейдем на другой ресурс, то мы сможем вам оперативно прислать ссылку. Но не расстраивайтесь, даже если вы не зарегистрировались, вы сможете актуальную ссылку найти в нашем телеграм-канале. Кто не подписан, подписывайтесь. Соответственно, ну и на сайтах. Но в телеграме, в телеге гораздо удобнее, поэтому предлагаю все-таки тем, кто не подпишется, смотреть в телегу. Можете делиться ссылкой с друзьями, знакомыми, с коллегами. В общем, добро пожаловать 22 марта в 12:00. На эфир тема «Сервис». До встречи!